interessant ist natürlich in diesem Zusammenhang des Konflikts mit der Ukraine, dass auch Narrative aus dem Kult um den Zweiten Weltkrieg benutzt werden. Also zum Beispiel dieses Weltbild Faschisten, Antifaschisten. Ja? Das wird instrumentalisiert, um den Konflikt mit der Ukraine zu begründen und um gewisserweise auch Kritik an diesem russischen Vorgehen unmöglich zu machen, weil die Faschisten zu bekämpfen, das weiß jeder Russe, ist immer gut. Insofern ist es natürlich auch geschickt zu sagen, in gewisser Weise, der Maidan, das sind alles Faschisten oder so. Weil ich meine, das ist sozusagen die schwerste Waffe, natürlich moralische Waffe, geschichtspolitische Waffe, die man auffahren kann. Я родился через год после конца войны, и вся моя жизнь проистекала, проходила в условиях военизированной пропаганды. Постепенно каждому становились очевидны такие базовые точки, что ли, этой пропаганды. Мы мирные люди, мы никогда не хотели войны, и наша война всегда освободительная. Все это было на протяжении всех этих советских десятилетий. Тогда возникло такое твердое ощущение, что, в общем, это уже и не может вернуться. И вот, наконец, мы вдруг столкнулись вот с этой, значит, историей, с которой столкнулись в течение последнего года. Тогда потрясающая массированная пропаганда, такой я не помню, такой интенсивности я не помню и в советские годы, она, ну, в общем, дала колоссальные плоды. Действительно, сейчас переживаем огромное влияние пропаганды на историю. Основная тенденция – это не только описать борьбу, скажем, украинских националистов за украинскую независимость, борьбу часто на два фронта, но и попытки каким-то образом ретушировать и преступления, которые совершали украинские националисты. Это участие в Голокосте, это в том числе уничтожение польского населения на Волыни и много других фактов, которые, собственно говоря, нужно пережить украинцам, как это пережили и другие народы. Российская пропаганда это все умножила в 100 раз и показывает украинцев как оголтелых националистов, не избегая каких-то штампов. На самом деле, прежде всего, люди выходили, борясь с властью не из-за большинства людей, не из-за национализма, политических предубеждений, а прежде всего желая лучшей жизни, изменения самого климата в этой стране. Ja, Geschichte wird ganz deutlich als Propaganda eingesetzt, in erster Linie von der russischen Seite, sehr massiv, eigentlich fast unverschämt. Es wird darauf Bezug genommen, dass die Sowjetunion die deutschen Faschisten im Zweiten Weltkrieg besiegt habe und die ukrainische Regierung, die heutige ukrainische Regierung, die ukrainische demokratische Bewegung wird mit diesen Faschisten gleichgesetzt. Da wird ein großes Feindbild aufgebaut und sehr viele Menschen in Russland glauben dieses Feindbild tatsächlich. Что касается пропаганды, я бы не сказала, что украинские медиа отвечают пропагандой на русскую пропаганду. Общественное телевидение, да, вот оно сейчас с новым руководством, который был выдвинут гражданским обществом, его утвердили, и более того, он там вроде как укрепился, они занимаются реформированием, и тоже у нас очень большие надежды в этой связи. То есть вот эта вот линейная, доминантная манера даже мейнстримных медиа, она постепенно разбавляется, и я надеюсь, что будет все в большей пропорции разбавляться новыми формами, альтернативными, такими более идеологичными, я бы сказала, которые не подают какую-то вот однозначную точку зрения. Если бы моя воля, я бы законом запретил политикам пользоваться историческими аргументами и строить исторические аналогии. Это всегда вредно. Мы живем с расчетом на будущее, а историю надо оставить историкам, а политики пусть строят настоящее будущее. Ich kann mir noch nicht vorstellen, vor einem Jahr, dass sehr viele Freunde, Bekannte von mir, auch die, die nichts mit Politik zu tun haben, so politisiert sind. Jeder redet über geopolitische Strategien,
analysiert, was Putin macht oder nicht macht. Es gibt Dutzende oder wenn Hunderte vielleicht zivilgesellschaftliche Initiativen, die zum Beispiel ukrainische Streitkräfte unterstützen, Spenden sammeln, Freiwillige, die die Armee versorgen mit warmen Kleider, mit Lebensmittel, mit allem, was da in Streitkräften fällt. Люди, казалось бы, наделенные умом, хорошим образованием, люди начитанные, тем не менее вдруг обнаруживают какое-то совершенно неожиданное, какую-то совершенно неожиданную готовность вот следовать за, за откровенным враньем, за откровенным бредом, который они получают с телеэкранов, или, например, читая те или иные интернет-сайты, или получая ту или иную информацию в социальных сетях. И ты видишь, что у человека ну, просто реально изменилось мироощущение, изменилось его отношение к тебе. Он в тебе, например, видит какого-то скрытого врага теперь. И отношения между людьми очень сильно осложнились. И это как раз одна из моделей нынешней власти вбивать такой клин между людьми и провоцировать раскол. Гражданское общество консолидируется и растет. И очень многие очень сильные активисты гражданского общества сейчас прошли в парламент, пошли в политику. Они становятся все более видны на публичной арене. И похоже, что это именно те люди, которые в будущем будут составлять украинскую политическую элиту. И это их не так много, но они очень заметны, их все больше поддерживают, и это тоже дает надежды на лучшее. Поле мнений сильно поляризовано, усиливаются полюса и проваливается такая умеренная общественная середина. И вот как бы применительно к украинским событиям это либо как бы, ну вот уже нет даже простых слов для обозначения этих позиций. Они все ругательные. Или вы укропы, то есть украинские патриоты, или вы ватники, то есть вы защитники русского языка и русского народа. Вот исчезает поле для дискуссии. About events in Ukraine. Founders are the Ukrainian journalists, or most of them are alumni of Mohyla School of Journalism. As you can see, we are just dealing with, for example, some of the fake news and later try to investigate them with arguments we have and try to publish it all together for people to understand where the journalists showed it in the wrong way. So it was about the Alexander Skryabin, the man who died from a lung cancer, but he was shown in the Russian media as the person who tried to defend the people in Lugansk from Ukrainian army, and so the Ukrainian army was who killed him. Wie kann man sich zur Wehr setzen? Wie kann man dem widerstehen? Wir versuchen, unsere Arbeit weiterzumachen. Wir versuchen, die Menschen schreiben, so, also im Internet, soweit es geht, irgendwie. Aber meine Sicht ist eine pessimistische. Momentan, was man auch tut, es kommt sehr schwer bei der Bevölkerung an. Es kann sich ändern, wenn die Menschen begreifen, dass mit dieser Propaganda, mit diesem Hass, es keine wirkliche Zukunft für Russland ist. Самая главная тенденция, которую я наблюдаю, это уже не вопрос о том, что делать, а вопрос о том, что реально происходит. Это миграция журналистов в смежные сферы деятельности и миграция самой публичной сферы из медиа в такую домедийную форму. Очень много лекций публичных, которые как бы не подцензурны. Они, конечно, потом находят отражение в сети, но это уже другой вопрос. Они не происходят в сети. Очень много дискуссий, которые устраивают в том числе фонды.
И я думаю, что все окажутся, все деятели рано или поздно окажутся в каких-то смежных сферах, что не то чтобы хорошо, но во всяком случае тоже один из вариантов действия, потому что когда главный редактор становится директором музея, это тоже вариант. Потому что музей тоже работает с людьми. Организация публичных дискуссий – это наша возможность. Высказывание своих позиций в интернете – это наша возможность. Или в каких-то, не только интернете, но и в доступных для нас медиа, которые нас, так сказать, слушают и к нам прислушиваются. Но тут надо понимать, что для российских общественных организаций, именно для организации, вот эти все вступления в эту полемику, вот так прямо и от имени организации, это, конечно, довольно сильный риск. Ну, например, когда возникли вопросы о гибели там русских солдат на Украине, то организации солдатских матерей не все, одна-две, стали публично заниматься этим вопросом. Заметим, что сразу же петербургских солдатских матерей в ответ обвинили и сделали иностранными агентами. Мгновенно. Надо сохранять достоинство и быть честными одновременно, и сохранять достоинство, и не молчать, но и в то же время как-то обойтись без такой или уныния, или наоборот истерики, на которую так сегодняшняя ситуация к ней располагает. Вот к этому располагает сегодняшняя ситуация, понимаете? Помните ли вы, что в 9 часов вечера всегда выходил программа «Время»? Вот. Да. Вот. Уже не выходит с той же музыкой и с теми же практически интонациями. Вот. Мне случилось быть в 80-м году в Варшаве. В 9 часов вечера вся Варшава выходила на улицу гулять. Это я к чему? К тому, что выигрывают за белых не тот, кто слушает черного и пытается его поставить его контрпропаганду, а тот, кто создает свою повестку, отдельную от черного пропагандиста и привлекательную для народа. Это победа, что это происходит, что мы делимся опытом. И мне очень понравились сегодня действительно идеи проведения собственной адженды, то есть про Варшаву, которая все идет гулять в 9 часов. И я думаю, что нам, по всей видимости, вот Украине стоит скоро стать такой Варшавой, которая вся пойдет гулять. И в силу этого, мне кажется, действительно самый лучший способ – это если каждый на своем месте хорошо делает свою работу. Thank you.